Их смена длится с 10 вечера до 6 утра. Работа тяжелая, хотя в процессе и используется спецтехника. Вот на повороте с улицы Советской на Смоленский переулок экскаватор снимает брусчатку, рабочие очищают рельсы от земли. Затем их нужно разрезать на части, чтобы удобнее было поднимать. Поднимается краном одна сторона немного, из земли выбирается, потом вторая. Подняли, грунт осел, следующий... Оставляем на месте. Следующую решетку точно так делаем, кладем на нее. Третью кладем. Потом загружаем на трейлер и увозим. В идеале рельсошпальная решетка демонтируется целиком. Но шпалы здесь прогнили настолько, что просто отваливаются от рельс при подъеме. Их придется убирать вручную. Всего на участке от Советской до Вокжанова предстоит демонтировать 341 метр трамвайных путей. Планируем в ближайшее время до 20 августа закончить работу на этом участке с восстановлением асфальтового покрытия и расширением полосы движения на Смоленской переулке до пересечения с Вокжановым. А также у нас идут демонтаж пути на поселке КСМ и на Буражском шоссе. На Буражском шоссе и на КСМ планируем закончить демонтажные работы к концу сентября месяца. Аналогичные работы по демонтажу трамвайных путей будут производиться и на другом участке улицы Вокжанова, в районе пересечения с правобережным подходом к Восточному мосту. А ремонт трамвайных путей в Твери начнется в августе. В порядок будут приведены рельсы на протяжении одного из самых востребованных маршрутов номер 5. Марина Евстратьева, РЕН-ТВ «Пилот».